Доброго времени суток всем, кто меня слышит, видит, кто будет смотреть в записи. С вами я, кандидат в депутаты Законодательного собрания Ростовской области по 32-му Кировскому одномандатному избирательному округу Владислав Махмудов. Сегодня, 8 августа 2023 года, идет жеребьевка, распределение эфирного времени для кандидатов в депутаты. Она проходит в Патриотическом центре Победы, но так как у меня есть немножко времени, я решил зайти и посетить торговую сеть «Магнит» и посмотреть, что происходит с защитами прав потребителей. Вот перед вами, например, творог 5%, социальный продукт. По факту он был всегда 200-граммовая пачка, потом была 180, на сегодняшний день она уже 170 грамм. Понимаете, и это не только этот случай. Сейчас молоко уже идет не литр, а где-то 970 миллилитров, меньше и так далее. Шоколад усох уже до 82 граммов плитки, я имею в виду. То есть, а цена остается прежним. То есть, тут налицо скрытый обман потребителя. И в моей программе есть место, в том числе, защиты прав потребителей. Я считаю, что необходимо возродить институт народных контролеров, и не надо бояться этого. В бюджете заложить определенную сумму денег, ведь любой труд он должен каким-то образом быть компенсирован и оплаченным. Поэтому я считаю, что в случае моего избрания обязательно этому вопросу будет уделять самое непосредственное мнение и участие, чтобы этот институт народных контролеров обязательно возродить, потому что экономика должна работать. Мы должны с вами есть только качественные и проверенные продукты питания, которые не вредят нашему здоровью. Про овощи и фрукты – это вообще отдельная тема, которую, кстати, в ближайшее время вам расскажу и покажу. С вами был кандидат в депутаты ЗАГС Собрания Владислав Махмудов. До новых встреч, увидимся. Пока-пока.